Салим, ты наконец-то сыграл в третьем сезоне. Ты долго этого ждал. Давай, делись эмоциями. Ну, конечно, приятно выходить наконец-то на поле, когда столько болельщиков. Ну, это кайф, конечно. Давно ждал, честно говоря, тренировался. Ну, дождался свой шанс. Все. Как думаешь, первые два тура из-за чего ты не играл? Ну, я не знаю. В чем ты прибавил? Да я не могу сказать, что в чем-то прибавился за эти три недели. Просто тренировался. Ну, мне кажется, может, тренеры увидели, что от меня никаких недовольств не было. Ну, то есть я две игры спокойно сидел на лавке и поддерживал команду, переживал. Мне кажется, это тоже показатель определенный, что человек не ставит себя выше команды, выше командных результатов и так далее. Ну, все, я дождался своего шанса, вышел. Ничего, в принципе, ну, видел два раза открытых партнеров, отдал и все. И там, где нужно, добежал. Ничего особого не сделал. Не обыгрывал по три чайка, не забил девятку, ничего такого не сделал. Ну, доволен своей игрой, своим отрезком? Ну, доволен тем, что ошибок не было. Доволен тем, что добежал там, где нужно было добежать, отобрал, где нужно было отобрать, ну и отдал, где нужно было отдать, все, в принципе, просто. Хорошую предголевую. Ну, да. Ну, недоволен немножко тем, что чувствуется, что немножко не хватает тонуса игрового, но это все через игры, в любом случае. Будет игровое время, будет тонус повышаться, и я думаю, плей-офф... Буду, ну, прям очень хорошо готов, потому что я вышел, честно говоря, немножко ножки сели, потому что не играл на этом поле, да, особо, и все равно немножко так тяжеловат, хотя на тренировках вроде прям смотрю на себя и прям такой легкий, хорошо себя чувствую, а вот другое поле и тяжеловат, поэтому будем еще тренироваться и работать над собой.